для хатинки. Так. Ну так, це не допоможе. Ви знаєте, сьогодні вечором, сьогодні ночі я вез наших гостей. І що їх ужаснуло? Давайте без підготовки. Що вас ужаснуло? Так, я перший раз. Да, я перший раз в Миколаєві. Те, що перше просто згадаю, це мафи. Мафи, які ще... Ну, имеет такой вид доисторический, потому что мафы мафам рознь, можно их делать в одном стиле, можно делать эти малоархитектурные формы, имея бренд-бук города и вывески те же самые. А мы уже, я так поняла, подъезжали к центру, и это такие пережитки 90-х годов страшные были. То есть это то, что сразу... Нарушая все пожарные там, да, и непожарные нормы, да, прямо на, уже чуть ли не на дороге этот маф там, свисает так немножко на дороге. Возможно, возможно, есть еще проблемы, но мы приехали поздно, в 3 часа, кстати, это поезд какой, один только ходит? Да, ну, он с 1.04, кстати, по-человечески будет ходить. Да, это 9. С 9, да, извините. Это хорошо, потому что на самом деле не очень неудобно. Удобно туристам потенциально, которые добираются и в 3 часа ночи вот, нужно вставать. Но это еще не так страшно. Я увидела маршрутки, которые стояли, они у нас тоже, ну, как и во всей Украине, не в самом лучшем виде. Мы сказали, что подняли уже цены до 4 гривен. И тут я могу сказать по примеру Чернигова, что на сегодняшний день в Чернигове еще маршрутки, цены на них не подняли, но самопомнить Чернигова выступила за то, что тарифы могут подниматься только в том случае, если маршрутчики будут выполнять свои условия перед людьми. И ну, это какие условия? То есть обязательно технически исправный транспорт, обязательно чистый транспорт, желательно, чтобы не играл шансон, вот как сделали во Львове. Не, не желательно, а чтобы не играл чтобы, шансон. Да, чтобы не играл. Я просто не знаю, как в Николаеве относятся к шансону. Плохо относятся, нормально развитые люди, плохо. Нет, мы же предлагаем на замену шансону предлагается просто исторические моменты классик, города. Да? Не, ну классик, я не знаю. Имеется в виду, что делали. Я инициатор бренда Чернигова, Чернигов город легенд. То есть, ну, я там выступала как и бренд-менеджер. И, поэтому очень важно, там, если ты уже брендируешь город, как город легенд, то чтобы и транспорт, и жители города, и на остановках, и гиды рассказывали эти легенды. Вот. Поэтому давайте сделаем аудиозаписи с теми же самыми легендами, с названиями остановок. Когда-то мы сделали работу, все остановки города Чернигова нашли историю названия остановки. Вот. В идеале это можно сделать или аудио, или можно на каждой остановке повесить историю названия, плюс расписание. Дали за гроши. Да. Все.